Добрый день, друзья! Сегодня я хочу снять видео о томатах банановидные, банановые, которые мы с вами садили. Значит, писали, что они вырастают очень такими длинными, прямо до 15 сантиметров. У нас на Урале вырастают они не 15 сантиметров, а сантиметров 5. То есть, типа ракеты, только чуть покрупнее. Так что, не знаю, когда же давать отзыв на эти помидорки. Мне кажется, проще выращивать томат-ракету на улице, чем томат банановый на участках. Потому что урожай будет такой средний, из-за того, что у нас климат другой, и вырастают они немножко по-другому. А томат мы с вами снимем. Это с нами, у нас с вами наш первый урожай. Так что вот такой вот томат вырастает у нас на Урале. Томат банановый. Всего хорошего, подписывайтесь на мой канал, и вы увидите, какие можно томаты выращивать у нас на Урале. До новых встреч!